Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире «Информационная война». 25 ноября, среда. С прошлого эфира прошло 2 дня. Мы с вами обсуждали блокаут, который был устроен террористами на территории Украины. И сегодня мы с вами будем обсуждать новые события, которые произошли на территории Сирии. Вчера случилось достаточно неожиданное, достаточно удивляющее всех события, когда турецкие вооруженные силы, военно-воздушные, в частности истребитель, совершенно неожиданно в спину сбил российский Су-24. На его борту находилось 2 летчика, один погиб и один штурман, в общем-то, спустился на парашюте, и в результате спецоперации спецназа, прикрывающего авиабазу «Пенин», был спасен и уже в 3 часа ночи находился на авиабазе. Причем во время этой операции произошел короткий бой, в результате которого был подбит еще и вертолет вооруженных военно-космических сил Российской Федерации. Вот эта вот ситуация, она, конечно, вызывает бурю вопросов, что происходит на белом свете. Мы на ней вкратце остановимся, а потом я буду готов ответить на ваши вопросы. У нас в студии работает телефон 546-546, можно звонить, задавать вопросы. Те, кто сейчас, конечно, имеет электроэнергию и видит нас в эфире. А я хочу остановиться на вот этом вот событии. Ну, во-первых, надо понимать, что вся ситуация с ИГИЛ и вся ситуация с нефтью, которая добывается на территории Ирака и Сирии, которая контрабандным путем, путем бензовозов, доставлялась прежде всего на территорию Турции, это бизнес, причем бизнес с колоссальными оборотами. И, собственно говоря, все доходы ИГИЛ, а это мощная структура, которая претендует на название квазигосударства, это достаточно большие обороты именно из этого источника финансирования. Нужно понимать, что поскольку сбыт происходил на территории Турции, то, понятное дело, и Турция тоже была в этом заинтересована. До тех пор, пока Российская Федерация не трогала эти бензовозы или нефтевозы, которые караванами почти как трубопроводы шли либо на территорию Турции, либо на территорию Ирака, пока этого не было, в общем-то, таких осложнений и не случалось. Но вот как только в результате террористического акта над Синаем, когда погиб был российский аэробус с российскими гражданами, после того, как были проведены террористические акты в Париже, и они продолжаются до сих пор, российские военно-космические силы начали утюжить именно нефтяную инфраструктуру ИГИЛ. И вот тут-то и получилось так, что вот это вот сбитие российского самолета, оно выглядит как засада, и действительно российский самолет ждали. То, что турецкая сторона заявляет, что было несколько предупреждений, что предупреждали о низолетах, дело в том, что сама граница Сирии возле Турции, она подразумевает то, что в течение короткого промежутка времени самолеты могут находиться не то, что прямо на территории Турции, а могут находиться как бы на границе. Там достаточно извилистая такая линия границы. Нужно вспомнить, что в 2012 году сирийские военно-воздушные силы сбили турецкий самолет, который вторгся в воздушное пространство Сирии. И тогда Эрдоган, будучи еще премьер-министром, сделал заявление, что вот это вот краткий на несколько секунд залет не может являться основанием для применения силы, особенно с точки зрения того, что есть система свой-чужой, что страны не воюют друг между другом и, соответственно, сбивать не за что. Зеркальная ситуация, и Турция начинает заявлять о том, что Россию предупреждали, что более 10 раз, что не отвечал на запросы системы свой-чужой, это все неправда. Сегодня произошли 2 пресс-подхода, 2 пресс-конференции министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которые дали 2 оценки с разных сторон произошедшего события. Ну, во-первых, вчера президент Путин на встрече с королем Иордании сделал заявление, которое распространено сегодня в качестве официального документа на Генассамблее, в Совете Безопасности ООН. Не стали мы делать так, как это сделала Турция. Турция вчера распространила в ООН свое письмо, в котором изложила свое видение ситуации. Столтенберг, как генеральный секретарь НАТО, сегодня заявил, что во время совещания, когда Турция пришла и пожаловалась на то, что она сбила российский самолет и, мол, защитите нас от России, при этом нужно обратить внимание, что вчерашнее заявление представителя генерального штаба, заявление президента и сегодняшнее заявление министра иностранных дел указывают на такой маленький нюанс. Дело в том, что подписано соглашение о регулировании полетов авиации. На территории Сирии идет войсковая операция, причем войсковая операция легитимных российских военно-космических сил, которая по приглашению правительства легитимного Сирии.
И так называемая коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, которые бомбят якобы ИГИЛ, но тем не менее замечены в уничтожении нефтяной инфраструктуры, принадлежащей сирийскому народу. И там есть разница на самом деле. Инфраструктура ИГИЛ — это бензовозы, которые достаточно мобильны и возят нефть. А инфраструктура Сирии — это инфраструктура, связанная с трубопроводами, связанная с заводами по нефтепереработке. Это разные вещи. Так вот, и бомбят разные коалиции, фактически разные объекты инфраструктуры. Так вот, поскольку происходит вот эта войсковая операция по уничтожению террористов, то возник вопрос, а как самолеты, которые летают, представители разных стран, будут между собой определять эшелоны, будут взаимодействовать так, чтобы не было, например, ситуации, при которой они будут вынуждены открыть огонь друг по другу, поскольку эти коалиции не являются объединенными. И вот в этой ситуации Турция, как член коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, обязана была следовать точно пунктам этого соглашения. И вот это не было исполнено. При этом нужно сказать, что между Министерством обороны Российской Федерации и Анкарой была налажена прямая телефонная линия, поскольку речь идет о вообще всем Ближнем и Среднем Востоке. Так вот, когда был сбит российский самолет, по этой линии ни одного звонка не последовало. Турецкая сторона даже не стала ни задавать вопросы, ни выяснять обстоятельства, ни извиняться, ни выражать соболезнования. А на самом деле был сбит российский самолет и уничтожен, убит в бою фактически. А командир корабля, который сидел на переднем месте, штурман, спасся. И вот эта ситуация, когда Турция, ну как бы втихаря ударила в спину, она четко отображена в заявлении президента, который сказал, что мы пересмотрим российско-турецкие отношения во всем их спектре. Дословно он сказал не так, но смысл заключается в следующем, именно в этом. На сегодняшний день крупнейшие туристические операторы России отменили все вылеты туристических рейсов, чартерных и обычных, на турецкие курорты. Напомню, что Египет и Турция у нас были популярными курортами до недавнего времени. У нас завершилась операция по эвакуации наших туристов из Шарм-эш-Шейха и Хургады. И вот сейчас то, что Россия еще не спешит не включать ответку, не возбуждать какое-то, знаете, напряжение. Это, с одной стороны, безусловно, связано с тем, что НАТО является организацией, в которую входит Турция. Но, с другой стороны, не будем забывать, что на территории Турции на сегодняшний момент находится несколько тысяч российских туристов, которые на самом деле сейчас тоже требуют определенной эвакуации. Она не срочная, она как-то будет происходить, но, тем не менее, мы находимся в достаточно такой сложной ситуации. Но, тем не менее, Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации сделал заявление вчера. И там обозначено несколько важных пунктов, которые самые страшные для Турции на сегодняшний день заключаются в том, что Министерство обороны Российской Федерации прекращает всякие контакты с турецкой стороной. Была налажена прямая телефонная линия. Для решения оперативных вопросов эта прямая телефонная линия уже не работает. В районе Латакии наш крейсер, который имеет на своем борту аналог морского базирования системы С-400. Это противовоздушная система ПВО, которая способна сбивать все, что летает на свете, начиная от баллистических ракет, головок, беспилотных аппаратов и так далее, с дальностью до 400 километров. На самом деле радиолокационные станции работают до 600 километров. И Генеральный штаб постановил, что теперь все вылеты штурмовой авиации будут прикрываться истребителями. Это означает ровным счетом то, что любые самолеты, которые постараются или попробуют сбить в спину российские самолеты, которые занимаются, на секундочку, борьбой с терроризмом, с международным терроризмом, имеют на это соответствующие санкции международного сообщества и приглашение легитимного правительства Дамаска. Соответственно, тут же возникает вопрос, а кто, собственно говоря, является пособником террористов, кто оплачивает эту нефть, которая добывается на приисках, на месторождениях Ирака и Сирии, и кто, собственно говоря, на своей территории размещает базы террористов, места их отдыха. Парадоксальная ситуация. Евгений Янович Сатановский в одном из радиоэфиров говорит, что он своей жене запретил ездить в Турцию, потому что там очень парадоксальная ситуация. Ты можешь жить в отеле, а буквально рядом в этом же корпусе отдыхают террористы ИГИЛ, которые сюда в Турцию приезжают на отдых. После того, когда они там порежут несколько десятков сотен сирийских граждан. Это из ряда вон выходящая ситуация, и на сегодняшний день, конечно, отношение в русском обществе, в российском обществе к Турции резко обострилось, это правда. Но вернемся, собственно говоря, к финансам.
Понятное дело, что Турция сама по себе не могла пойти на такое резкое обострение. Десятилетняя история наших взаимоотношений, которая привела к тому, что Эрдоган и Российская Федерация, мы в принципе шли курсами на сближение. Вспоминаем эти нефтяные проекты, газовые проекты Голубого, Турецкого потока. Это в любом случае было партнерство, это в любом случае экономически Турция достаточно сильно зависит от Российской Федерации. Сама отрасль туризма чего только стоит. Но, тем не менее, турецкая компания занимается строительством, занимается подрядами. И сразу возник немой вопрос, что будет с этим? Вот я шел на эфир, даже вот коллеги задают вопрос, как будет выглядеть дальше? Этот же вопрос задали сегодня на пресс-конференции Сергея Лаврова, на что он ответил, ну, конечно, с Турцией мы воевать не будем, но мы пересмотрим весь спектр отношений. Мы понимаем, что происходит, но сейчас возникла ситуация, при которой мы не будем закрывать глаза на так называемый региональный интерес. То есть каждая страна имеет региональный интерес. То, что нефть, которая за бесценок фактически грабежом добывалась на территории Ирака и Сирии и сбывалась за бесценок по цене, там, например, $20-25 за баррель, на секундочку. То есть за бесценок, даже ниже той цены, которая установлена на международных биржах. Эта нефть являлась прикупом Турции с этого конфликта. И вот здесь надо посмотреть вообще на стратегическое положение Турции на сегодняшний день. Участвуя в обеспечении деятельности и регулярной армии Соединенных Штатов Америки под названием ИГИЛ. А терроризма на самом деле в природе не существует. Терроризм — это такая придуманная ситуация, когда вроде бы террористы какие-то бегают, но на самом деле все серьезные люди понимают, что терроризма не существует. Это всего лишь структуры вооруженных сил тех или иных государств, которые впрямую объявить войну не могут или не хотят по разным причинам, и которые создают так называемое ЧВК, террористическую структуру, террористическую организацию, которая себя может объявить чем угодно, хоть даже государством. И при помощи этой вооруженной силы, которая находится на снабжении, то есть одна нефть не является источником снабжения, то есть от продажи нефти появляются значительные финансовые ресурсы, но нужны деньги, нужна даже на старте, есть такое понятие в менеджменте проекта, стартовое финансирование. Так вот, запустить такую структуру можно при помощи тех или иных государств. И получается, что ИГИЛ, который на протяжении последних лет, даже под ударами американской коалиции, которая его якобы бомбила, тем не менее смог развернуть колоссальную группировку бензовозов, которые везли краденую нефть из Ирака и из Сирии, избывали ее в Турции, при этом Турция открыла границы для вот этого свободного перемещения, и фактически Турция является базой для этих террористов. Так вот, в воздухе повис четкий намек, связанный с тем, что вот дальше эти региональные интересы Турции, на них закрывать глаза никто не будет. Из всего комплекса вот этих вот обстоятельств складывается картина, при которой, конечно, отношениям нанесен непоправимый ущерб. Важное замечание, безусловно, ни народы Российской Федерации, народ Турции не являются ни первопричиной, ни источниками этих проблем. Речь идет всего лишь о политиках, которые решали свои политические задачи. Команду на сбитие Су-24М давало конкретное лицо, и подготовка происходила тоже в конкретных условиях. В интернете появились фотографии журналистов, которые как бы случайно на мобильный телефон сфотографировали падение сбитого Су-24. Эта фотография, я вам расскажу, там стоит такая большая, два оператора, журналисты, огромная наплечная камера и колоссальный, ну, фотоаппарат с колоссальным вот этим объективом кэноновским, который дальномер, который позволяет сделать хорошую картинку. То есть это подготовленная операция. Эти журналистов специально вывезли в точку, где была засада и где в воздухе уже находились два F-16, которые просто ждали российский штурмовик. А там так эшелоны выстроены, что в любом случае, ну, получается, что российские самолеты их ждали в засаде, ударили в спину. И вот эта вот спецоперация, она на самом деле в интересах Турции, категорически не в интересах Турции. Она в интересах закулисных руководителей Турции. А Турция — страна, которая 500 лет назад вообще создана венецианцами для решения геополитических глобальных задач. И получается так, что Турция вступила вот, ну, в такое место, которое на самом деле ей, ну, ни при каких обстоятельствах с точки зрения национальных интересов, ну вот, вот не нужно никак, ни при каких обстоятельствах. И вот здесь вот сейчас и возникает ситуация, что мы немножко подождем, мы разберемся с нашими туристами на турецких курортах. И дальше будем посмотреть, как будет развиваться эта ситуация. В любом случае, штурман Су-24 спасен, он в добром здравии, он находится на авиабазе Хмеймим.
А указом президента Путина погибший командир корабля награжден звездой Героя России, а штурман награжден орденом мужества. В любом случае группировка наших военно-космических сил и военно-морских сил усилена. И в любом случае теперь уже мало не покажется никаким коалициям и никому, кто попробует, даже в мыслях попробует вот таким вот подлым ударом в спину попытаться сбить или каким-то образом навредить российской группировке, которая на легитимных основах по приглашению легитимного правительства занимается уничтожением международных террористов, которые там посажены, как на грядке. Это уже открытым текстом говорится, странами, которые финансируют в темную, которые позволяют сбывать эту нефть, которые всячески окучивают этот оазис международного терроризма для решения своих внешнеполитических задач. Еще раз вернемся. Международного терроризма, как явление самого по себе существующего, не было никогда в истории человечества. Холодная война, как взаимодействие разных цивилизаций, народов и стран, существовала столько, сколько существует человечество. Были периоды в истории человечества, когда ни о каком терроризме речи не шло, тогда страны пришли к выводу, что создание каких-то вооруженных группировок, которые под чужим флагом как бы маскируются под местную оппозицию, часто превращается в ситуацию, когда эти вооруженные структуры начинают терроризировать материнскую страну, которая, собственно говоря, и создала. И вот в этой ситуации курс Российской Федерации заключается не только в том, чтобы наказать Турцию, виновную в террористическом акте. В данном случае мы говорим о терроризме против российских вооруженных военно-космических сил. А чтобы создать ситуацию, при которой страны, создающие террористов, пришли к выводу, что это пустые хлопоты. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер, Сергей. Это Юрий Владимирович, который звонит. Меня горячий. Да, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот мне такой вопрос. Говорили, что в Европе есть якобы такие университетские агенты террористы, которые сидят в Питере, добавляют давление, а потом подзарабатывают в Питере. Есть ли у вас такое в Крыму? Есть ли у вас такие возможности для разрешения этих террористов? Да, вопрос понятен, но задается сегодня часто, ну чуть ли не каждые 5 минут. Ну, во-первых, ни да, ни нет я говорить не буду. Безусловно, прошли 2 года, да? Мы с вами видим, что происходит на Донбассе, что происходит на всей Украине. При этом мы с вами с точки зрения терроризма живем достаточно комфортно. Это не само собой. Это результат планомерной, целенаправленной работы на то уполномоченных лиц. Это первое. Безусловно, по всему миру существует агентура, посеянная в той или иной степени. Я вам скажу даже больше. Многие журналисты являются агентами разных спецслужб. Это даже Майдан показал. Там по палаткам сидели, как не БНД, немецкая разведка, так польская разведка. Или журналисты, которые, прикрываясь журналистским удостоверением, решали еще и там ряд разведывательных, аналитических, либо оперативных задач. То есть это все существует и существует везде и всегда. Всегда есть скрытая агентура, которая используется, активизируется там в случае необходимости. Особенно в Европе, если учесть вал, вот этот поток беженцев, среди которых есть не только женщины, старики и дети, а есть обеспеченные семьи, есть люди, в основном мужское население, там составляет мужчин в возрасте там, от 28 до 35, и они по улицам Гамбурга ходят тройками, и при этом прячут лица от фотокамер. Это тоже показатель. То есть агентура, безусловно, есть, но слава Богу, что мы с вами живем не только в Российской Федерации, как исторически нашей родине. Мы живем в Российской Федерации, которая консолидируется на уровне элит, спецслужб. И мы с вами должны, вот ваш вопрос я переверну немножко в другом аспекте. Сирия показала, что вот эта сетицентрическая террористическая война, которая экономит ресурсы, на Сирию ее не бомбят такими уж тяжелыми вооружениями, ей не объявляли войну крупной западной державы. Это все делается при помощи террористических организаций. Но сирийцы разработали вот эту технологию, когда борьба против террористов, входящих в города и вырезающих население, делается при помощи местного ополчения. Делается достаточно эффективно, это особая технология гражданской обороны, взаимодействие с вооруженными силами. Нам с вами нужно вернуться к разговору о том, что мы с вами должны консолидированно, скорость прохождения информации о любом событии должна быть максимально повышена, и мы с вами, как компактное общество, беспокоящееся о своей безопасности, должны оповещать уполномоченных на то людей, чтобы даже мысли ни у кого не было, чтобы в Крыму, не дай Бог, что случилось. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Есть такое предложение. Не совсем понятно, почему у нас руководство не восстановило проводное радио, потому что, как правило, те, у кого нет интернета, у них есть проводное радио. А из-за того, что проводное радио молчит, как было, люди от недостатка информации начинают звонить. А вам звонков продать и обрушивают связь. И стационарная, и мобильная. Это одна из причин, она очень важная. Очень хотелось бы, чтобы вот это вопрос, кто уделил внимание, почему непонятно и не занимается этим вопросом. Радио очень важно для довольно большой части населения. Все, спасибо. Очень важно. Большое вам спасибо за это предложение. На самом деле оно и обсуждается. Дело в том, что мы с вами понимаем, что еще со времен Украины проводное радио было в законе, потому что телеком — это вообще частная компания. И соответственно, поскольку там речь идет о приход-расходе, соответственно, вопросы безопасности, ну какие в Украине были вопросы безопасности? Это еще тянется с тех времен. То есть восстановление проводного радио как циркулярного безадресного информирования для того, чтобы информировать население даже в условиях отсутствия электроэнергии, это животрепещущий важный вопрос государственной безопасности. И он на самом деле прорабатывается. Понятное дело, это там требуется капиталовложение, инвестиции, но с точки зрения безопасности и скорости прохождения информации, ну даже командная, куда пойти и что делать. Это очень важный вопрос, и я думаю, что даже не надо вам ничего писать, мы это все сами изложим и положим на стол, кому надо. Это очень важное предложение и дополнение с точки зрения повышения компактности, собранности общества и повышения, собственно говоря, безопасности. Но вернемся к этим событиям. Вообще неделя, конечно, получилась насыщенная. С понедельника мы с вами начали обсуждать блэкаут, террористический акт, который создан террористическими организациями, которые, мягко говоря, называются частная военная компания, на прикорме у западных спецслужб. Причем нужно отметить, что достаточно хитро одним взрывом вынесли Украину с энергорынка Крыма, и при этом взлетели продажи генераторов и так далее, и так далее. А если посмотреть страну производителя, вы даже не удивитесь, откуда генераторы. А китайские там тоже есть, но их доля меньше. И так далее, и так далее. То есть в результате вот этой спецоперации, которая произошла на границе с Крымом, было достигнуто ряд там, причем, похоже, очень согласованных действий. Такое чувство, что коллективный Запад, который управляет Турцией, а Турция в данном случае не имеет полного государственного суверенитета, поскольку она после того, как нашкодила, сразу же побежала в Совет НАТО и даже вежливо не позвонила в Москву, эта команда была дана извне. И получается, что руководство Турции на самом деле наступило на грабли. Были даны определенные гарантии, что НАТО, естественно, впишется, согласно уставу НАТО, когда никто не потерпит там каких-то ответных даже действий. Но с другой стороны, проходит информация, она еще не окончательная, Столтенберг на своей пресс-конференции этого не заявил, ну что воевать с Россией из-за вот этого инцидента НАТО не будет. И получается, что в этой ситуации Турция все равно будет крайняя, потому что и свидетельство объективного контроля спутниковой разведки, которое показывает, где был самолет во время сбития, это все в реальном времени есть. Это все уже распространяется в Совете Безопасности ООН. Получается, что Турция сейчас превращается в страну-изгоя. То, что происходит сейчас перед турецким посольством в Москве, это тоже, ну, как бы следствие этого действия. Многие турки звонят и извиняются, и говорят, что они, в общем-то, даже не голосовали за Эрдогана, и происходит определенное нарушение устойчивости самой страны. В этой ситуации не обрушить мир в какой-то катаклизм — это тоже одна из вложенных задач. В любом случае, нам с вами здесь, в Крыму, надо думать о том, что блэкаут, в общем-то, достаточно быстро закончится. Причем даже раньше, чем 20 декабря, уже сейчас движутся колонны и летят самолеты, и вот эти вот все мобильные генерирующие мощности устанавливаются и врезаются. Уже чехарда с отключениями становится меньше, это заметно. Нам с вами нужно думать о том, чтобы скорость прохождения информации в нашем обществе, особенно с точки зрения безопасности, выросла. Всем надо иметь в доме телефоны, куда звонить с мобильных по тем или иным вопросам. И, в общем-то, встретим мы Новый год более-менее нормально, я думаю, в этом сомнений быть не должно. Ну, в общем-то, вот краткий итог сегодняшней среды. Мы живем достаточно плотное, насыщенное время. Безусловно, трагедия в небе над Сирией – это удар по Российской Федерации в спину, как сказал президент. Мы на самом деле выражаем соболезнования погибшему командиру корабля.
и членом его семьи. Я думаю, что из этой ситуации будет найден выход, который не обрушит мир, но тем не менее Российская Федерация решит поставленные задачи, которые достигаются своими силами. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.